Эти девушки звезд с неба не хватают. Их мечта быть продавцами-кассирами. Конкурс «Лучший по профессии» проходил сегодня в областном центре. Съехались участницы из 7 муниципалитетов. Им предстояло ответить на тестовые вопросы, разрешить в теории конфликтную ситуацию с покупателем и продемонстрировать навыки работы с кассовым аппаратом. Победитель областного этапа будет представлять наш регион на соревнованиях федерального уровня. Сама для себя просто хочется не подвести лицей, город Чую. Ну, я не могу сказать, что я займу первое место, но я хочу попытаться войти в тройку. Я еще с детства хотела быть продавцом, мне это нравилось, разговаривать с покупателями, общаться, продавать продукцию.